Читаем. Если, конечно, возможно. Я люблю вас. Неплохо, неплохо. Нет, это было не в театре. Впервые я увидела вас на улице. На берегу Темзы. Вы стояли, облокотившись на берегу моста, и крошили голову плавающим дивидиам. Живописно. Я тогда подумала, какой красивый джентльмен. Какой добрый, раз он так любит птиц. Но тут ухо кончилось. Вы помогали птицам рукой и пошли вдоль реки. И я пошла почему-то за вами. И скоро вы вошли в маленький ресторан, заказали вино, сели за крайний столик лицом к стене и там стали пить. Спиной к людям, а лицом к стене. Ресторан. Ливерпульская 12. Так это что? Все правда? Не знаю, сэр. Вам обсудить. Бедная девочка. Бедная девочка. Скучно ходил за мной. Незримой тенью. А неприязнь. Можно я сыграю неприязнь? Я вам верю. Хотя, давай, где? Не приятно! Ого! Не сыркинь! Я почувствовала к вам тогда, когда впервые увидела на сцене. Вчера! Просто мертвецки пьяны! Да,
пожалуйста. Да. А, тихо, тихо, тихо. Мальчик, мальчик, Лова, Лова, терпи. Что делать? Отойдите. Что? Вы мне мешаете. Вильям, пойдем. Мы лучше отойдем, мы не мешаем. Вильям, лучше в конце нам объяснить, что произошло. Что случилось, говори. Но! Максимилиан с друзьями пошел что-то отмечать в кабачок. Так. Но они там пропустили по пару стаканчиков. И тут вдруг кто-то из посетителей предложил выпить